Городская казна Самары пополнилась почти на 700 миллионов рублей из вышестоящих бюджетов. Эти деньги направят на содержание и ремонт дорог местного значения, реконструкцию заводского шоссе, на строительство второй очереди школы на Пятой Просеке и детского сада на Подшипниковой. Кроме того, деньги выделят на переселение граждан из аварийного жилья и покупку квартир для тружеников тыла. Также перераспределены средства бюджета на сумму 93 миллиона рублей. Данными изменениями в бюджете предусматриваются в том числе средства на комплексное благоустройство территории от Дворца бракосочетания до Волжского проспекта, а также предусматриваются субсидии внутригородским районам городского округа Самара на оплату работ по благоустройству дворовых территорий. Перераспределение средств обсудили на 21-м заседании городской думы 7-го созыва при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Также депутаты вновь утвердили Алексея Ситника на должность председателя городской контрольно-счетной палаты. Профессионал своего дела. С 11-го года он руководил контрольно-счетной палатой. Получил согласование вышестоящих инстанций контрольно-счетной палаты Самарской области, что нам вдвойне приятно. И сегодня единогласно мы его избрали на новый срок полномочий. На заседании избрали и нового председателя Думского комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ. Вместо Вячеслава Дармидонтова, который стал депутатом губернской думы, им станет депутат от промышленного района Данил Морозов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.